Привет, привет, мои хорошие. 2 часа дня у нас есть возможность позавтракать. Ай, вот такую вот вкусную яичницу приготовила Зулечка. Я обожаю ее яичницу. Там у нее бывает много помидорчиков нарезанных, сыр, яйцо, майонез, по-моему, тоже, да, ты клала раньше? Сейчас, не знаю, кладешь. Да. Еще что бывает? Все? Сыр и молоко. И молоко, и много-много сыра. Это все сыр. Это очень-очень вкусно. Нам приятного аппетита и всем, кто за столом тоже. Нет, туда не пойдем. Привет, привет, мои хорошие. Да, отсюда уже начинается. Мы с Зулей с детьми решили выйти погулять. Сегодня была такая шикарная погода. Солнышко светило, но мы не успели под это солнце. Потому что мы застряли в магазине. Долго собирались, во-первых, потом застряли в магазине, в торговом центре. Зулечка выбирала себе сумочку, обувь. Ну, в итоге купили только сумочку. Обувь по размеру, к сожалению, не подошла. Один размер был маленький, другой размер был большой. Серединки, половиночки не было. Так, фокус. Ну, ничего, мы не сдаемся. Сейчас тоже тепло, хорошо. В воздухе пахнет весной, тесно. А вообще пахнет парфюмом, потому что Зуля набрызгала весь парфюм, который был, наверное, там в торговом центре. Не набрызгала весь, я выбирала. Выбирала себе парфюм, в итоге, который хотела, тоже не было. Но ничего, тоже не сдаемся. Вот. Мы, кстати, где? Мы на Конаке. Идем в сторону площади. А вообще, конечный наш пункт к морю, чтобы детки подышали. Вчера еще хотела, чтобы детки подышали морским воздухом. Вчера не получилось это, ну хотя бы сегодня. Народу немного. Я так привыкла, что здесь всегда куча народу. А сейчас не так много, посмотрите. Ветра нет. Никак, слушай, ремонт не закончится. Эту башню. Башню ремонтируют. Интересно, когда она закончится. К лету закончится. Да. Ну ничего, будем ждать. Здесь всегда куча народа, а сейчас никого нет. Ну прям никого нет. Ну здесь всегда бывает, прям как сейчас переверну. Вот так прямо едем. Видите, не так уж много. Башня у нас вон закрыта. Даже непривычно как-то без нее. Сейчас включатся вот эти вот лампочки, будет красиво. Голубей даже нет. Здесь обычно куча голубей бывает. Даже голуби все попрятались. Я надеюсь, у моря холодно не будет. Деточки наши спят. Дома дочка капризничала, не хотела спать, но зато как вышли на улицу, сразу уснула, и вот спит, спит. Фонтанчики. Я когда вижу вот эти вот фонтанчики маленькие, я сразу вспоминаю, я там снимала один день видео, и как там голуби купались, в прямом смысле этого слова, они ныряли и купались. Все прикольно. Да. Вон парень идет в рубашке, ему не холодно. Ай, ну когда я вижу этих полураздетых, мне холодно становится. Так, прикрою пока камеру. Потом у моря сниму вам обязательно. Море сниму, как же без этого. А вот и море. Синуля тоже проснулся. Там вдалеке туман немного. Ту сторону Измира не особо видно. Паром отходит. Ты нас снимаешь? Фоткаю. Зуля нас снимает. Самое мое любимое время сейчас вот для съемок. Еще не стемнело, но уже и не светло. Азан. Азан. Асад.
Асла, солнышко. Аслан. Посидели мы у моря на лавочке, покормили деточек. Я покормила, сынуля пока призничал. Он сидит, доча спит. Сейчас я сниму его. Синуля! Смотрите, какой он недовольный. Губки наду. Коляске не хочет сидеть, но он тяжелый уже, таскать его сложно. Идем в сторону торгового центра. Ну, центром тоже его назвать, это такое большое, громкое слово. Пьер Конак, что ли, как-то он называется, я забыла уже. Там Зуля хочет в Катоне посмотреть джинсики. И там же, где им перекусим. Нет, мы зайдем куда нибудь теплое место. Там же так бы я перекусила, может, встретила бы. А, не, на улице не. Там же есть внутри зал тоже у них. А, да? Главное, чтобы наша коляска туда въехала. Наша коляска же не везде въезжает. Вот. Чуть-чуть стало прохладно уже. Не знаю. Но в море отошли, да. Меньше. Все равно у моря хорошо. Да, Конак Пьер. Не Пьер Конак называется, а Конак Пьер. Отсюда мы зайдем? Можно отсюда, в принципе. Давай отсюда. Зуля забрала коляску. Рюкзак. И рюкзак забрала. Спортивная девочка. Худеет к лету. Да. Готовится к лету. Да, да, да. Да. Пляжному сезону готовишься? Подожди. Отсюда разве нет дороги? Принцесса занята. Пришлось постелить еще одно одеяло рядом, потому что вот эта вот зона уже им не хватает. Сегодня я ее нашла где-то вот там вот. Подушек не было. Убрала на какое-то время оттуда подушки. И так получилось, что за какие-то несколько минут она перекатилась и, видимо, носиком ударилась. Поэтому перестраховались, постелили все теперь вокруг. Чувствую, скоро вся комната будет вот так постелена. Хочет перевернуться. Сейчас будет плакать, потому что не получается. Ей игрушка мешает перевернуться. Там эта фигня... Все. Шкуря, это капризуля такая. Все не так. Все. Облака прикасаются к ней. Она сегодня и вчера проснулась вообще с утра не в настроении. Вчера вообще ужасное у нее было настроение целый день. Сегодня они у меня оба даже не в настроении. Мальчик тоже целый день капризничает. Вот она тоже. Привет-привет, мои хорошие. Сегодня у нас... То ли 20, то ли 21 февраля. Ну, где-то 20 какие-то числа, начало. Мы с детками опять пришли в парк. Ну, вон там Зулечка на заднем фоне. Опять пришли в парк подышать свежим воздухом. Погода просто прекрасная, поэтому грех было сидеть дома. Сынуля вот. Дочь спит в коляске. Она, как мы вышли на улицу, сразу уснула. Коляска здесь. Сынуля серьезный. Мамин, ты что такой серьезный? Ты что такой серьезный, мамин? Он очень серьезный парень на улице. Это дома он еще может посмеяться, там, поболтать с мамой. На улице мы серьезные. У нас сейчас выходили из дома, было 17 градусов.
Сейчас точно не знаю даже сколько. Слушайте, парк парком, а машина ездит как на центральной улице, честно сказать. Вороны каркают вовсю. Сели на лавочке под высокими деревьями. Ну, эта шапка большая. Ну что, мы вырастем. Да, маменя? Мы вырастем, да? Не смотрит на зевкамеру, мой маленький. Не смотрит. Ты вообще не хочешь сегодня смотреть камеру, да? Серьезный мальчик. Ну все, закрою камеру, пока посидим, подышим, потом будем прогуливаться, я еще поснимаю вам что-нибудь.